Чистим погреб от картошки, от прошлогодней. Сережа сейчас залез. Ну, а я буду ему подавать ведра и принимать. Давай. Сейчас. Так. На. Ведро тебе. Потом сюда же прикрепляешь. Ну, открепи ведро-то. Потом я потяну за эту же веревку и достану. Далее ты где? Я здесь. Вот. Вира. Вот. Вира тебе. Держи, Вира. Майна. Майна. Так. Ксюшины девочки, вопрос задали. С месяц там надо. А что, в деревне всегда, что ли, так много работы? Вира. Понял. Понял, как что. Ясно. Ой. Мама, картошки не так много сажаете, а урожай такой большой у вас. Смотри-ка, ну, весь год вы ели, и еще осталось, что... Да. Ну, в прошлом году еще маленько убирали, Алеша посадил. Майна. Не только в палисаднике. Слышишь, Сережа кричит. А в этом мне году только Майна в палисаднике. Мам, сейчас я приду, отнесу. А, приду. Смотри, не упади-то. Нет. Уже новая картошка поспела, старая вон чего творит. Один раз я уже оборвала, было их без это. В мае, в конце. А ты как, туда прям залезала, что ли? Да, заползла и выползла оттуда. Ой, блин. Заползла. Ну, Наде некогда. Ну, Надя на работе. Да. Все, не успеешь, конечно. В деревне работы полно. Да, кстати. Спать не будешь ложиться, и то всю работу не переделаешь. Ну, это да, поэтому рано вставали. Но почему-то люди должны спать ложиться еще. Ну, всему свое время. Ну, да. Не 18 же часов спать, и не 12. Майна. Давай, Майна. 4-5 часов. Достаточно. Мам, может, еще там еще ведро стоит с водой? Может, выцветить? Не надо, не надо. Вот тут еще два ведра. А там много еще? Если начали, может, лучше все перебрать? Что говорит Сережа? Или он не понял? Много там? А? Мама спрашивает, много там? Мама, отойди ты мне. Да нет, уже немного осталось. Ты мне мешаешь. Ну, сейчас тогда все вытащим. Все лучше вытащим, да, пока вы помощники есть. Может быть, ванну тебе там и вываливать. Ага, сейчас принесу, сейчас принесу. Давай. Сама не вываливай, я сейчас приду вывожу. Ну, вот сюда, просто сюда. Здесь оставим, в темноте хранимся. Ну, ладно, посмотрим. Да мы, мам, мы все сядем и переберем быстро. Не бойся. Все успеем. Давай. Майна. Так. Сейчас отнесем. Хорошо, мам. Я вот одно ведро высыпала в ведро без душки.
я посмотрю. Вот там уже, сколько там ведер, Сереж? 2,5. Мам, там ведра 2 осталось. Майна. Ведра 2 осталось, не больше. Вот, 2 ведра осталось. А тут еще и есть. Вот ящик я припасала. Если сейчас перебирать, из ведра-то стараться раскрывать удобно. Вот эти ведра стоят. Нагибаться и начинать. Ой, тут еще 3 ведра получилось. Даже лишних, наверное. Ну, посмотрим. Сейчас закончится это дело. Потом пойдем поужинаем. Надя там сама выпекает в духовке. Не сама, а сома. Сом. Ну, если переберем, раски оборвем, повезем картошку. Вали с Валеркой. Они... Мам! Мама! Не слышит. Они кого-то кормят картошкой. Наверное, поросят. Ну, это не самим явно кушать. Нет, то, что самим речи нет. Просто то, что варят и поросят кормят. Майна. Майна. Так, чуть-чуть осталось. Еще надо пустое ведро, Сереж. На всякий случай, не будет. Ну, видно будет, да? Надо еще ведро. Сейчас, подожди, пока не понял. Наверное, надо будет пол ведра. Хорошо, я вот опускаю. Вера, посторонись. Вот, опустила. Вдвоем быстро. А ты знаешь, как когда одна? Одна нагружаешь, одна поднимаешь. А что, я так делала? Муж на работе. Дети маленькие. Ничего не сделаешь. Берите. Май. Давай, Май. Так, посмотрим. Последние пол ведра, похоже. Говорю, похоже, последние пол ведра, да, да. Сереж? А? Да-да. Угу. Я тогда тебе пустой крюк опускаю. У Нади с мамой в погребе чистота. Да. Заметил? И при том еще мама недовольна Надей. Говорит, что она не приучена к порядку. Я говорю, а кто ж ее должен был приучать? Ты же мама. Некуда ей еще порядок-то какой. Ну просто она вот недовольна. Как бы воспитание такое. Вот так она воспитывает своим недовольством. Боится похвалой разбаловать. Мам, говорю, что тебе еще надо? Кругом чистота, порядок. Нет, ей надо еще чище, еще порядочнее. Хотя куда уж? Вот, Сереж, крючок. Все. Угу. Так. Все. Вытягиваем. Все, вылезай. Да, давай вылезай. Так. Так, мам, вот последние пол ведра. Ну, вот тут вот столько перебрать немножко. Быстро переберем. И может даже сегодня успеем отвезти. Куда крючок, говорю, вешать? На место. И сквозь даже снимала. И погреб оставим
там ничего не осталось в погребе, Сережа? Там какие-то ростки из-под земли выбиваются в углу. Не знаю, что это такое. В том дальнем углу. Это прошлогодняя морковь в песке хранится. Пока вон поперек, чтоб никто не провалился. Закрывать не будем. Пускай... А как, вот так бы было, как да, было, так я сделал? Нет, а то закрывали. А как, мать? Что? Как? Нет, доски Боль... как поперек, покажи. Ну, одну доску. Точнее объясни. А куда их Надя убрала? Не Надя убрала доски. А, вот, вот доска. Это Сережа вот их играл. А, вот это? Ага. Это, да. Вот так, да? Не провалиться. Больше не нет или еще есть? Одна была. Ага. Надя, мам, не подходи это... близко, упадешь. Вон, те тяжелые? Те короткие, наверное. Сзади этих, наверное, Надя куда-то их убрала. Подлиннее. Сейчас, подожди. Это вон туда, а это сюда. Легче. Вот и все. Будет дышать, продух есть. Никто не упадет. Ксюша всегда правнучков привезет. Говорит, бабуля, помогайте. Они у меня... Ну ладно, бабуля, вот позову, говорю, пойдем теперь поработаем. Одно сделаю, другое, третье. И однажды спрашивают, а что, говорит, в деревне всегда, что ли так много работы? Еще не так, а 10 раз больше, чем они видят. Ага. Я им поручаю то, что они могут. Но я думаю, пока Надя нас не позовет на ужин, мы, наверное, займемся обрывкой. Сереж, если тебе как бы... Западло можешь идти отдыхать. Ты как большое дело сделал. Вот себе. Ага, я вот себе перчатки возьму. Мам, ты теперь скажи, куда ростки оборванные и куда... А картошку мы, наверное, сразу в тележку в эту погрузим, да? Или нет, или в мешок? Лучше в мешок, чтобы тележку не пачкать. Привезти и занести. Вот сюда вот ростки. Угу. Вон постельно мягче, чтобы было. Садись. Вот сюда можно ростки. А может быть... Вот ростки сюда. Садись. Постельно. Давай я начну, а как на ужин пойдем. Да, пока сюда можно кидать. А картошку в ящик, да, мам? Пока да, в ящик. Хорошо. Все. Начинаем работать. Давай начнем, а там... Да, все. Я для быстроты отключаюсь, а то это со съемками очень долго. Ну вот, практически... Закончили переборку. Вон сколько мусора. В мешок, Сережа. Так, вот. Давай в мешок. Кто будет держать мешок? Я буду держать сейчас. Давай я подержу. Спасибо. Не без разницы. Большая разница. Это не надо. Оставляем дома. Это идет. Это тяжело. Давай, углом. Руками вот так, все. Все. Мам, отойди оттуда. Отойди. Господи, давай. Держишь хорошо? Ага, хорошо держишь. Удобно было ведро высыпать? Нет, а все нормально все. Уже. Что, весь ящик высыпать? Весь. Ну вот, это руками можно. Ящик, Сережа, вон туда прислони. Сейчас. Не ворочай мешки, а то тут нет, у меня... Нет, вон туда. Проход. Никому мешать не будет. Ищем. Завязывать надо, нет, мешок? Наверное, надо завязать. Или как? Не, или так? Сейчас. Вот так вот. Сейчас повезти можно, не завязывать. А потом Валера заберет, потом... Да. Будет. Так, ну хорошо. Хорошо. Я должна вести или как? Мама, обязательно ты должна вести. Ручку замораю, перчатки надеть. Давайте поужинаем и отвезем. Ну все, идем ужинать. Чувством выполненного долга. Долго. Мы столько сегодня сделали. И главное, машину нам починили. Слава Богу, это самое главное.
Надя, да. Мы идем ужинать. Пожалуйста. Короче, у нас тут по глоточку коньяка. Это хорошо. Это делаем. С устатку. Пусть на донышке, а нам больше и не надо. По глоточку. Зато сом какой знатный. И салат на один фирменный, вкуснющий. И рис еще. А, рис еще? Ну да. Рюмки у вас какие знатные. А? И сом. А сом из черемшаны, да? Вот это я не знаю. Это зятя моего угостил кто-то, а он меня. Угу. Знает, что я рыбная душа. Ну, я думаю, что это из черемшана. Ну, или из протоков всяких черемшанских. Скорее всего. Ну, не знаю. Без разницы, короче. Главное, чтобы вкусный был. Ну, ладно, я пошла мыть руки. Да, и закат уже. О, уже закат, глядите. Вот такой закат. Вот. Красиво, да? Ну, очень красивый закат здесь. Просто и вечер так, и зимой красиво.